В Шымкенте в преддверии главного праздника весны открыли ипподром. Новый спортивный объект стал главным местом притяжения в дни празднования Наурыза. Именно здесь открылся этноаул и проходит фестиваль «Великие казахские игры». Соревнования идут в 4 категориях. Призовой фонд составляет 100 миллионов тенге. Среди призов – автомобили и другие ценные подарки. Праздник собрал сотни тысяч гостей. Среди них и наш корреспондент Шудин Саидов. Это скакун по кличке Тулпар. Его средняя скорость 50 км в час. Владелец говорит, его подопечный – фаворит этих состязаний. Они рассчитывают на призовые места в нескольких номинациях, одна из которых – КСКУ. Для нас очень важное событие. Мы почти год готовились к этим состязаниям. Хотим победить, но желаем всем удачи. Пусть победит сильнейший. Открытие ипподрома началось шествие каравана, который объединил в себе культуры Запада, Востока, Севера и Юга страны. В праздничной программе песни, танцы и акробатические трюки с лошадьми и верблюдами. Новый ипподром располагает самой большой скаковой дорожкой в Казахстане. Длина трассы 2012 метров. Площадки для прыжков на лошадях покрыты кварцевым песком и натуральными камнями. Имеются манежи с конной ареной, ветеринарный блок. Трибуны рассчитаны на 1500 зрителей. В этот раз весенний праздник собрал не только гостей со всего Казахстана, но и соседних стран. Мы привезли своих скакунов. Надеемся на победу. Конкуренция, конечно, высокая. Очень рады, что приехали. Все нравится. Праздник замечательный, настроение хорошее. Ипподром отличный. Одно удовольствие здесь выступать. В Шымкенте к празднованию Наурыза подготовились основательно. Здесь даже построили новый аул. Проложили асфальт и брусчатку. Здесь установили уже больше 200 юрт. Сюда съезжаются гости из разных стран. Ведь именно в Шымкенте впервые проходят великие казахские игры. Специально в праздничные дни вблизи ипподрома основали новый аул из юрт, где гости могут отведать национальные блюда и окунуться в историю казахского народа. Этнофестиваль продлится 3 дня, а уже завтра будут подведены итоги финальных состязаний. Шудин Саидов, Мирас Ашенов, Абзал Турабеков, Жибек Жолы, Шымкент.